Цветы в доме создают праздничную атмосферу, радуют глаз, а их аромат так и зазывает весну. Каким букетом удивить женщину на 8 марта? Ответ знают флористы творческой мастерской «Галереи цветов». К женскому дню здесь представлен обширный ассортимент цветов, готовых букетов и композиций. Самый весенний цветок, тюльпан, есть в самых разных оттенках. Ассортимент, конечно, мы всегда стараемся поддерживать большой. И розы кустовые, и розы одноголовые, но сейчас в основном тюльпаны, с учетом того, что цены достаточно высокие на цветы в этом году. И как бы и весенний цветок, и самый оптимальный по деньгам, и я советую всем тюльпаны. Если хотите выбрать что-то необычное, то вам могут подойти пионовидные розы, пионы, ранункулюсы. Флористы студии «Галереи цветов» собирают букеты с душой и готовы подобрать для вас любой вариант. Екатерина Маслова советует отдавать предпочтение цветам без обертки и ярким, сочным оттенкам. Всем всегда советую брать весенний яркий букет. После этой зимы, которая такая серая в нашем регионе, хочется, конечно, ярких красок, что-то солнечного, что-то такого красивого. И поэтому советую в основном яркие, красивые весенние букеты. Хочу призвать всех, не берите много упаковки. Цветы должны дарить радость, а не упаковка. Чтобы цветы вас радовали как можно дольше, Екатерина Маслова рекомендует менять им воду каждый день, подрезать и ставить вазу подальше от нагревательных приборов. Чтобы не забыть о подарке и не бежать за ним в попыхах, букет можно заказать заранее и забрать в магазине. Также действует доставка. Не стоит переживать, что вам не хватит цветов. В творческой мастерской свежие поставки идут каждый день. За весенним настроением в галерею цветов. Проспект Ленина, 22. Телефон +7 903 604 78 67. С 6 по 8 марта студия работает круглосуточно.